расскажи про львов. Забыла. Ну да, львы. Львы. Единственный вид кошек, который живут вместе целыми группами. Группа львов называется прайд. Обычно в прайде нас считывается от 5 до 10 львов. Чаще всего это мама со своими детьми и один или два самца. Главный в прайде отец лев. Его основная задача отгонять других львов, чтобы те смогли похитить добычу. Самки же занимаются добычей пищи и воспитанием потомства. Львы – хищники. Они питаются зебрами, антилопами, гну, буйволами. Львы охотятся ночью. В этом процессе наблюдается четкое разделение обязанностей. Часть лиц нападает на стадо в открытую, вызывая панику. Среди специальных жертв другая часть в это время сидит в засаде.